Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о гражданстве Черногории. Точнее, о программе получения черногорских паспортов через инвестиции. Она должна была закончиться в декабре 2021 года, но перед самым Новым годом была продлена еще на 12 месяцев. Напомню, что изначально программа была одобрена сроком аж на 3 года, с 2019 по 2021 включительно. Но больше года она фактически буксовала. Не были выбраны и одобрены проекты, инвестиции в которые обеспечивали бы получение паспорта. Так что реально программа начала действовать только к 2020 году. Но все мы прекрасно понимаем, с чем столкнулся мир в этот момент. Наши планы, в том числе инвестиционные, глобально изменила пандемия. А в результате из намеченных 3 лет программа реально работала не более 1,5. Поэтому согласованная квота в 2000 семей, а именно столько могло получить черногорские паспорта, к декабрю 2021 года выбрана не была. Все сроки вышли, но тут, к счастью, их продлили. Буквально под Новый год, 30 декабря, власти страны провели особое совещание по этому вопросу и в середине января опубликовали официально принятые изменения. Смотрите далее. Изменения в программе гражданства Черногории. Новые условия, цены, расходы. Нюансы получения черногорского паспорта. Особенности процедуры и сложные кейсы. Что происходит с проектами, одобренными под программу? Есть ли риски недостроя? Почему черногорская программа по-прежнему интересна, а для многих безальтернативна? О сути программы расскажу буквально в 2 словах. Точнее, напомню, поскольку про нее сказано было уже немало, да и мы год назад делали соответствующий сюжет. Основное, чему хотелось бы уделить внимание – произошедшим изменениям. Их не так много, а самое главное и заметное – программа подорожала. До 2022 года общие расходы для получения гражданства Черногории на семью составляли 430-450 тысяч евро, если вы вкладывали средства в проекте на севере страны. Сейчас все расходы при покупке такого же объекта составят 530-550 тысяч. То есть фактически они увеличились на 100 тысяч евро. На такую же сумму, 100 тысяч, вырастут затраты при инвестициях в проекты на побережье Адриатического моря. Здесь придется израсходовать от 730 до 750 тысяч евро. Из чего состоит эта сумма? Программа Черногории предполагает покупку объекта, одобренного государством. Недвижимость в проекте на севере страны должна стоить минимум 250 тысяч евро. В проекте на юге от 450 тысяч. Важно, что купленный объект можно продать через 5 лет. То есть эти деньги реально вернутся. Далее. 200 тысяч евро составят инвестиции в государственный фонд. По сути, безвозмездное вложение. Вот эта сумма как раз изменилась. Выросла с января 2022 года в 2 раза. И последняя часть – дополнительные расходы. Около 100 тысяч евро составят налоги и пошлины. Затраты на проверку благонадежности и оплата услуг лицензированного агентства. Напомню, что заявка на гражданство Черногории может быть подана только через одну из 3 специализированных компаний. Данные расходы я оцениваю примерно, потому что сумма зависит от размеров семьи. Давайте еще раз. При покупке недвижимости на севере стоимость получения гражданства семьей из 3-4 человек составит 530-550 тысяч евро. Из них 250 тысяч являются возвратными. При вложениях в проект на юге Черногории расходы выше примерно на 200 тысяч. Программа гражданства Черногории несколько подорожала, но в ней произошли и другие изменения, уже более приятные. Раньше заявитель и члены его семьи должны были, кроме личных и финансовых документов, предоставить весьма значительный комплект медицинских справок.
результаты анализов, флюорографию, заключение терапевта и даже прививочные карты для детей до 18 лет. Теперь же предоставлять медицинские документы не требуется. Поверьте, это значительно упрощает процедуру. Таким образом, на сегодняшний день заявителю нужно будет предоставить только личные документы, а именно паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке или разводе, справки о несудимости, документы об образовании, а также финансовые справки, подтверждающие обеспеченность инвестора и объясняющие происхождение средств, потраченных в рамках программы. По нашему опыту, сбор документов занимает 1.5–2 месяца. К моменту подачи заявки деньги на недвижимость и вложения в госфонд переводятся на эскроу-счета. Их откроет для вас в Черногории то самое лицензированное агентство. Суммы будут находиться на счетах до момента одобрения паспорта. Важно, что в случае отказа по заявке их вам вернут. Гарантированно невозвратными будут только расходы на пошлины и проверку благонадежности. Как я уже сказала, это сумма до 100 тысяч евро. Но раз уж мы заговорили о рисках, хочу отметить, что количество отказов в программе Черногории ничтожно мало. Проверку благонадежности проводят не сами черногорцы, а американская и канадская компании. К соискателям они относятся вполне лояльно. Могу говорить об этом уверенно, поскольку в моей практике есть самые разные кейсы. Например, с нашей помощью получали гражданство люди, которым до этого отказывали в других странах. То есть в Черногории факт такого отказа не являлся препятствием к одобрению заявки. Также у нас есть опыт получения паспорта гражданами с погашенной судимостью. Черногорские власти и тут проявляют лояльность. К нюансам происхождения денег здесь также относятся с пониманием. Популярная ситуация, когда ваши средства хранятся в ячейке или сейфе и попадают на счет незадолго до момента оплаты. Другой случай, когда вы продали бизнес или какую-то недвижимость в обозримом прошлом, но не обязательно в последний год. В иных европейских странах такое движение денег по счетам может вызвать вопросы, а в Черногории клиент признается благонадежным. Еще из плюсов программы. Вместе с заявителем паспорт могут получить и члены его семьи, супруг или супруга, а также дети до 28 лет. С несовершеннолетними все понятно. Ничего особенного в том, что они включены в заявку, нет. Другое дело, уже взрослые дети в возрасте от 18 до 28 лет. В других странах бывает необходимо доказать, что, допустим, 25-летний незамужний сын или дочь находится на иждивении, скажем, учится в ВУЗе. Необходимо предоставить соответствующие документы. А в Черногории достаточно нотариального заявления родителя о том, что он содержит взрослого ребенка. Другие документы не требуются. Резюмируем. Если вы хотите получить второе гражданство для себя и членов вашей семьи, и даже если в вашем случае есть некие, скажем так, неоднозначные детали, мы поможем подготовить комплект документов так, чтобы получить положительный результат. Наш опыт позволяет свести к нулю риск отказа. Теперь несколько слов об объектах, в которые можно инвестировать для получения гражданства. Подробно о них я рассказывала еще год назад, так что можно посмотреть и предыдущий сюжет, но сейчас поделюсь важной актуальной информацией. На сегодняшний день, то есть к началу 2022 года, ни один из объектов, одобренных властями Черногории для участия в программе, не введен в эксплуатацию. Пугаться этого совершенно не надо. Программа изначально была направлена на развитие туристической инфраструктуры страны. Поэтому инвестировать заявители могли и могут именно в строящиеся с нуля гостиничные комплексы. Немного цифр. По итогам 2021 года в рамках программы Черногория получила инвестиции в размере 33 миллионов евро.
На эскроу-счетах находились еще 160 миллионов. Это деньги инвесторов, заявки которых находились в стадии рассмотрения. Около 90% всех средств были вложены в объекты на севере страны, то есть в горах. Самая высокая степень готовности у отелей «Бриза», «Беласица» и «Гранд-шале» в Калашине. Все это качественные пятизвездочные проекты европейского уровня. Важно, что их должны ввести в эксплуатацию уже в конце 2022 года. Если не случится каких-то форс-мажорных обстоятельств, они будут принимать гостей уже в ближайший горнолыжный сезон. Наибольшее число гостиничных номеров продано по программе в отеле «Монтис». Он также расположен в Калашине. Его достроят к концу следующего года. Соответственно, первых постояльцев он примет в зимний сезон 2023-2024 годов. Здесь отдельно отмечу бонус. До конца строительства у инвесторов, вложившихся в «Монтис», есть возможность отдыхать летом уже в работающем шикарном отеле «Сплендид» на побережье Адриатики. Почему я говорю про бонус особо? Обе гостиницы входят в единую сеть. У них одна управляющая компания. Это важно, поскольку позволяет говорить и о качественном управлении проектом в будущем, и о возможности обратного выкупа. Схема, когда застройщик готов через несколько лет выкупить вашу собственность, конечно, есть и в других отелях. Но здесь перспективы мне видятся самыми оптимистичными. Еще раз напомню, получив гражданство, через 5 лет вы имеете право продать свою собственность. И еще о проекте «Монтис». Поскольку он был наиболее востребован у инвесторов, самые интересные гостиничные номера в нем уже проданы. Однако к этому не стоит относиться слишком ревностно. Сдаваться, а затем и выкупаться в подобном проекте будут все юниты. Ведь очевидно, что большинство инвесторов не планируют сами активно использовать такую собственность. Так что купить, а затем продать – схема вполне реальная. Еще несколько отелей на севере будут введены в эксплуатацию в конце 2023 года. Но во избежание рисков, связанных со сроками строительства и перспективами эксплуатации, я бы рекомендовала присмотреться к четырем перечисленным объектам. К слову, выбирая между Калашиным и другим горнолыжным курортом Черногории Жабликом, где также представлены проекты под паспортную программу, мои рекомендации, безусловно, в пользу Калашина. Здесь и гостиницы возводят более активно, и новую автомобильную трассу строят. В целом, перспективы этого горнолыжного курорта кажутся более радужными. Ну, а если вы все-таки решили приобретать объект на море, смотреть стоит, пожалуй, только на Boca Place, утвержденную под программу гражданства фазу курорта Порто Монтенегро. Всего на юге страны одобрены 3 проекта, и этот самый перспективный. Из двух других один в Пржно просто не продается, а Ама-резорт в Чане строится, но по фазам. И самые первые корпуса, насколько я знаю, будут сданы здесь не раньше лета 2024 года. Ну и в завершение. В ближайшее время мы выпустим сюжет с подробным обзором действующих программ ВНЖ, ПМЖ и гражданства по всему миру. Сейчас же хочу еще раз подчеркнуть плюсы именно черногорской программы. Первое. Эта программа быстрая и понятная, лояльная по отношению к заявителям. Второе. Да, Черногория не входит в Шенген, а перспектива вхождения в ЕС у страны не раньше 2025 года. Но уже сейчас черногорским паспортом можно свободно перемещаться по шенгенской зоне и проживать в ее странах до 180 дней в году. Вообще, граждане Черногории могут въезжать без виз в 124 государства. Далее. Участники данной инвестиционной программы не обязаны отказываться от существующего гражданства. У них нет обязательств по проживанию, нет обязательств по смене налогового резидентства. Им не приходится сдавать языковой экзамен
и экзамен по истории Черногории. И последнее. К началу 2021 года по этой программе было получено или находилось на рассмотрении менее 300 паспортов. К концу года это число увеличилось еще примерно на 400. Общая выделенная квота осталась неизменной. Таким образом, в 2022 году более 1200 семей могут получить черногорские паспорта. Главное – собрать документы и подать заявку вовремя. Если у вас остались какие-либо вопросы, если вы хотели бы обсудить свою ситуацию и проконсультироваться, пожалуйста, обращайтесь. Полная конфиденциальность, индивидуальный подход и положительный результат гарантируем. Смотрите в следующей серии. Обзор популярных программ ВНЖ, ПМЖ и гражданства в Европе.